Engineers are lucky to have someone who can get the job done. Давай. Иду, иду, иду. Трипл килл получается. Здорово, народ, вы на канале Артем, у нас снова Смайт, вы понимаете, что это Меркурий, мои там 1800 с чем-то там ММР. В общем, хороший джангл, классный скин черепашки, билд, ну, билд мне понравился, короче, посмотрите, как он работает. Скоро новый сезон, поэтому нужно заливать катки со старого сезона и переходить к новому, поэтому ставьте лайки. Кто ждет сезон, кому нравятся мои ролики, хотите, чтобы я продолжал, подписывайтесь на канал и, блин, юзайте мою промо-ссылку с гемами, пожалуйста, вы мне очень помогаете таким образом. Все, погнали смотреть. Давненько не играл я на Меркурии. Блин, как я люблю скины черепашки. Это лучший боевой пропуск, который был. Я не знаю, особенно вот это. СС3. Шо? Ты не видел Морига? Не, не видел. Я же с вами разговаривал, Герсис. Так. Короче, она забрала наш красный, да, я понял. Ну, мы можем, я думаю. Так. А, все, уже не можем. Плохо, блин. Автоатака неудобная, а по-моему прикольная. А мне так прикольная. Блин, я даже этот не пошел. Чел. А, ну я понял. Ладно, ладно, чуваку все равно. Эй, будет тяжело. Что было? Янус у нас АФКшный или что? Норм тима чисто из всех черепах. Ну вообще кайф было, блин. Я что-то не понял вообще движняка Януса. Он что, не мог портал под меня кинуть или что? Или он ждал портал, чтобы убежать на всякий случай? Ладно, ладно. Начало 0-3 это не самое плохое. Нет, я не играл из всех черепах. Но было бы забавно. Это настоящий Габу там играет? А я не знаю, кто такой Габу. Если он может на 1800 с копейками ММР попасться, то возможно. Кто такой Габа? Хороший ганг, хороший ганг. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Было замечательно, превосходно, 2 килла. А чё не так-то, ё-моё? Интересный человек с ограниченными возможностями. Он глухой, играет смайт. Блин, круто. В смысле, круто то, что у людей в таких ситуациях хватает силы воли на вообще на медийность какую-то и на все такое. Типа, понял, они не складывают руки, а делают хоть что-то. Это очень круто. Если в рейтинг играть, награды дают? Да, за победу, за 75 побед дают скин, за 150 рамку. Здорово, чам. Здорово, здорово. Блин, плохо, что Немезиду отдали. Это очень плохо. Немезида жесткая. Какую рамку? А, недавно показали. Еще 50 гемов за каждую свою победу. Серьезно? Я не знал. Про гемы, честно, не знал. Про гемы прям реально не знал. Только не ржите. Только не ржите, блять. Так получилось. Поставлю на команду. Индивидуальную паузу поставлю на команду.
Чат ухахатывается. Ну как получилось? Ну так получилось, что я мог сделать, блин. А мне хватало вот прям овер чутка. Пошел? Ну ты поспамить можешь, блин. Что за команда? Я ничего не могу сделать. Чат усался. Ну, да. Чё за рофл? Ну скажи ты, типа, чел бэкает, чтоб я не стоял как дурак, а не ждал его. Аж слезы. Вот вас вот это байтить на лайки, блин. Как бы мне на подписки байтить, но на подписки, в смысле, я имею в виду на фолловы на ютубе. У меня статистика ютуба говорит мне о том, что у меня 40 с чем-то процентов смотрят без подписки ролики, прикинь. Вот как мне их забайтить? 40% смотрит, это овер большая этот. Хорош, Межа, хорош. Он, видимо, от Таурки умер, но все равно хорош. Я, кстати, на YouTube не подписан. Очень смешно. Подпишись, если не подписан. Не ржите только! Только не ржите! Не, ну сейчас не надо спамить, пожалуйста, ну правда, но я знал то, что так, скорее всего, и будет. Может, через ТВ смотрят, можно. А, вы не сможете, у вас КД будет. Вот и нефиг ржать. Поняли? Там видно было, да, я знаю. Я не знаю почему, до последнего держал. Вот я прям смотрел и думаю, вот, думаю, сука, ну уходит же, думаю, ну уходит же. И все равно ой. Гоу подписка, парни, подписываемся на канал, на YouTube, на Twitch, кайфуем, наслаждаемся, расслабляемся. Делаем чаечек. Френдли контент. Вначале стример просто, ну, поматерился чутка, но это так было. Это невзначай было. Кто не имеет подписку, у того не будет расти пиписка. Какой ты френдли? Я самый крутой френдли, алло. Спасибо за опыт, спасибо. My life. Never stand in the fire. Retreat right lane. Enemy missing middle. Careful left. Dead, bro. Я ж попал. Сожрал, просто сожрал. Ну не я, правда, но сожрал. Да не, я сожрал, алло. Все, Габелла. Нет. Габу, блин, брат, я тебя похвалил, а ты такой иди. Я тебе через киви задонатил, что-то не высветилось. Оно чуть-чуть с опозданием, но должно высветиться, брат. Я проверю. То есть, если не высветится, я проверю. Но если был донат, спасибо большое. Если это байт, жопа. Мерка сейчас подготовку чуть быстрее, сейчас на порченной арене. А, понял.
Блин, спасибо, что донатите, парни. Что-то весь месяц без донатов просидел, и сегодня прям... Мне сегодня за стрим больше донатов, чем за весь месяц, прикинь, Игорек. Благо, у меня пришли выплаты с Киви. Должны прийти, мне сообщение пришло. Как правило, консоль покупает из-за игр, а Switch ты ради каких игр взял? Ради Зельды и ради Марио. Забайтили меня. Норм, да. Вот если бы они не пришли, было бы херово. Ладно, если ты его не убьешь. Во что и как часто на боксе играешь? Я сейчас очень много на плойке играю в UFC, поэтому на боксе мало играю. У меня девушка на боксе иногда играет в Sims. Нормально, нормально, 2-3, нормально. У тебя есть Sims, она есть по подписке. А вообще там играл в Warface новый. И еще что-то. Ну, а что-то пробовал, да. Девушка. Купил Switch, кстати, с Animal Crossing, забавно. Блин, тоже хочу. Но я хочу второй Switch купить. Но это будет, конечно, идиотизмом. Но это только после после апгрейда ПК. Второй Switch буду брать. Ну, нужен, короче. Нужен мне второй Switch. Габу, отстань от меня. Я тебе верил. Долго ждать еще? Кого, кого, кого? Кого ждать? Кого ждать? Киви сейчас проверю. Если вы про Киви, конечно. Ну, должно было высветиться. Блять, правда пришло. А почему опять не высветился донат? Блин, спасибо за сотку огромное, ребят. Спасибо еще за донат, за сотку. За сотку. Почему не высветился этот донат, ё-моё. А ты через ссылку донатил? Кто мне задонатил? Ты попробуй вместо игр каждую неделю на разных консолях играть. Это можно? А, я на Switch, кстати, Diablo купил. Я еще Diablo купил на Switch. Вот на нее мы выделим время, будем играть. Ой, на Switch, на Xbox, на Xbox. Да не, консоль того стоит, я реально говорю. Без реклам там, без всего. 27 тысяч это не деньги сейчас в нынешнее время. Особенно если хочешь играть, но не знаешь, как комп там себе обновить, да, допустим. За 27 тысяч вы ничего себе не... Ну, оперативку сможете обновить, ладно. Your teammate falls. The burden now falls to you. We need four. Не-не-не, 27 тысяч для игровой консоли это правда не деньги. Ты ж понимаешь. 27 тысяч никогда такого не было, дядь. Никогда такого не было. Но за новое поколение это, ну это вообще, я не знаю, это плюнуть и растереть, понимаешь? Ты чё, слышишь, я вообще не богатый, дядь, у меня же квартиры своей нет. Ну и... Япона мать, ну и, она меня чуть не растормошила, не раскрошила. Я через ссылку донатил. Блин, странно. Киллер Квин, спасибо за донат большой в соточку. Дядь, не знаю, почему не пришло, правда. Но должно было прийти. Должно было прийти. Хз, может быть, с опозданием, конечно, придет. Кто у него забил? Давай посмотрим. Габ, ну, рандайт и палится. В целом норм. Зря, зря этот полетел туда, умер. Не, не умер, смотри. Ну, сейчас там умрет. Хотя нет, смотри, не умрет. Nice. До хера урона, потому что не Мизида. О, смотри, он убил еще. Right tower, careful, right? Как ты смотришь на такое правило в будущем для Твича, если будете, если вы будете стримить, то вам дадут... Да много кто рофлился. Домой. Иду, иду, иду.
Трипл килл получается? Хорошо! Черепашки в деле, кавабанга, чат. Давай по новой, Миша, все хуйня. Да в смысле? Я изничтожил. Как это? Что значит? Не понял. Пока, Лия, давай, хорошо работаем. Я не сотку, а 30 донатов. Мне только что сотка пришла на киви, блядь. Что за дубы? Купидон очень слабый. Я не знаю. Это 1900 ММР почти что, да? У меня там 1800 с копейками. И вот такие вот типы попадаются. Так, Герзис, ты с такими же игра... Не, ну не на основе, ладно, на основе у тебя прям... Прям много ММР. Блин, ну они душат. Не, там Морриган хорошая, там Немезида нормальная. И ПХЗ. А что взять, скорость атаки или криты? Я скорость атаки беру. Не знаю. А может и криты? Нет, криты, давай криты. Или скорость атаки. Или Арандайт. Арандайт возьму. Ну, нормально, Герсис, нормально. Сколько на твинке уже ММР? Че думаешь про новый сезон? Или ты опять, я не пойду, типа? Где-то 2К. Нормально, нормально. Понимаешь, что в 2К очень мало людей играет все равно на таких ММРах. При всех раскладах, ну при всех. Попробуй на боксе или на плойке War Thunder самолета на геймпаде кайф. А у меня есть джойстик. Не геймпад, а джойстик для этого. Вот я сейчас сквадрон прохожу и очень кайфую от этого. Пойдешь сюда? Ошибка? Нет, не ошибка. А вот остаться было ошибкой, наверное, да? Ну я попытался, я думал, что он хоть чуть-чуть стакнется. Куда пойду, что за новость? 26 числа новая карта. Чего, Snake Mac, чего такое? Куда пойду? Ну, типа, сразу ранки ты пойдешь, апать ММР, там, это же будет, этот... Ну, типа, новая карта, новое все, ё-моё. Новый сезон, новый сезон. Это очень круто. Ну, бы не сразу. Чё, ты не можешь рискануть, что ли, разок? А чё думаешь про поводу новых богов? А ну-ка, расскажи мне, как ты... А, ну, их ещё только не показали, чё о них думать. Тестить надо будет стартеры. Ой, стартеры имба. Я вот думаю, все ролик нужно сделать по стартерам. И нужно будет это все перечитать, разобраться и все такое. Черепахи норм, пропуск новый, пока не знаю, что придумает. У меня есть ролик Back to Future с новым пропуском. У меня есть ролик, и там полностью Battle Pass. Можешь сказать богов седьмого сезона? В смысле? Ну, по стартерам по-любому welcome. По стартерам тем более. Тем более, говорю, по-любому. Очень сложно? Не-не, тут вопрос не сложно, а вопрос в аналитике. Их очень много, и непонятно, будут такие работать, какие не будут работать. Какие надо, чтоб работали, какие не надо, чтоб работали. Не-не-не, в стартерах хочу разобраться. Ну, я, может, не всегда вижу Snake Mac. Я привык, что ты троллишь. Okay.
Габу, нет, нет, нет. Они забрали ФГ, да, нашего? Понимаю. Когда ролик по стартерам? Так я же говорю, я еще не начинал его делать, надо сделать. А инфа про новых богов есть? Ну нет, только те, которые будут. То есть то, что будет Тиамат, то, что будет этот классный бог, кстати. Так. Съели Купидона, доели Гильгамежда. Здорово, чамп. Нет, вот недавно играл в Rush Company. Мне нравится Rush Company. Я жду, когда они рейтингом навят, уже буду смотреть, что там. Там же новая рейтинговая система будет. Выделенных не вижу. А у меня выделения никак не выделяются. Они только у вас выделяются. Будут боги по вселенной Лавкрафта? Нет. Ой, это надо чамп, надо в группе смотреть, я не видел инфу еще. Киллер Квин, ну я не знаю, блин, 30-ка точно на Киви не приходила. А, вот пришла. Пришла 30-ка, лол. Да как так-то? Спасибо большое за донат тоже, дядь. Спасибо огромное, ребят. Вы сегодня рели балуете донатами, я не знаю почему. Ну, в смысле, почему вы балуете, не знаю, почему не приходят. Когда нового АДК? А ты Дензабора уже докачал? Мне нравится, как кричит Хибо. Ну, мне правда нравится, как кричит Хибо тоже. А мне не, мне этот нравится Хибо, это вообще кайф. Так, погнали, погнали, погнали. Зачищаем. Как можно вообще уйти от Меркурия, лол? А, я понял, да-да-да, там были, да, был удвоенный или утроенный опыт. Хорош, нормально ты качнул. Не, у меня не прокачан Хеймдаль. У него осталось там, сколько-то там, ну он девятый, короче, девятый мастер. Вот, и остался Дензабур, получается. Да пофиг, а так. Я умер. Весь урон в себе принял. Плохо, блин. Понимаю, почему он его выкинул, лол. Ой-ой-ой, тут крит. Хорошо. Смайте тоже есть из той серы, как в паладинах? Да, есть, конечно. Ультимейт из ready. Ну 9-5, слушай, ну нормально, топ убийства. Изменения байтов будут, жду новые возможности. Ну, это все долго, ребят. Правда долго, потому что идей креативных нет. Да я бусы уже не успел. И поэтому уже не стал дальше нажимать. Ой, хорошо, себе закинул. Давай, брат, молниями убей. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Давай, трипл теперь. Ой, хорошо. Молодец, молодец. Сколько у тебя богов 10 уровня? Не знаю, штук, наверное, 15, может 20. Чампыч, а ты что, играешь, да, в ручку? Он понял. У меня тащу только я, 9-5. Ну, 12-4 он, ладно, нормально. Хорош, рэмпагу сделал. А чё, чё, идите бейте-то этого, не? Уже успел забыть про вашего комп? Не, я играю периодически. Не так много, как хотелось бы, но я просто хочу в рейтинг играть. А там рейтинг пока... Система рейтинга все плохо. И плюс я ход стал играть что-то в последнее время.
Чам почти не здоровается, вообще не говори. А чё, мы не идем право бить или чё? Капец, да? Такие вот преподаватели у нас. Подписался на Твиче, за тебя интересно наблюдать за игру. Спасибо большое. Только всем, кто подписывается, ребят, вы должны понимать и осознавать. Я хочу стримить разные игры, а не только Смайт. Ну если буду интересен как человек, как личность, только Герсис меня любит, допустим, буду признателен. Про компани уже давно не слышно ничего. Ну, ребят, это Херезы, у них маленький штат, маленькая этот, тем более праздники были. Праздники вряд ли уж кто-то что-то делал бы. Да, 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 смотри, что делают, лол. Мы проиграли? Мы выиграли. Мы из-за этого выиграли. Мы из-за этого выиграли. Офигеть, офигеть! Офигеть, они что могли сейчас сделать? Они могли просто изничтожить. Оу, щит. Но это грамотно было. Это было грамотно. Я ничего не могу сказать по этому поводу. Это было слишком сильно. Давай, Стеринекс, давай, дядь. Еще молодцы. Не, молодцы. Молодцы. Они очень могли выиграть хорошо. У меня бы жопа просто в клочья бы разлетелась, если бы они сейчас выиграли. Но выиграли мы. Очень хороший файт был с их стороны, конечно.